Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас веселуха, скажем так, открыли наконец-то роборубку, в которой я не играл еще ни разу, но сегодня я уже побегал. Как видите, за пару заходов я уже нафармил по, там, не знаю, по 10-12 сундуков, когда как. Нет, 12, да, 10, 9-10 было, 12 это надо на максимум прийти. Ну, в общем, как-то так, то есть в среднем 10 сундуков я потратил, я уже немножко их пооткрывал, у меня билетики, их дофигища, можно тратить по 20 билетов, то есть 20, сейчас я себя как обычно передвину сюда, вот так вот, можно тратить по 20 билетиков и соответственно получать 20 раз больше награды, то есть вот так. Чем режим интересен? Воюешь против роботов, в принципе, зарабатываешь итемы и открываешь сундуки. Я думал, там будет что-то более такое интересное. Наконец-то у меня уже практически все. Сегодня я вытащил еще, по-моему, на... Не, на пани я вчера получил. Так, на кого я сегодня звездную затащил? Мне осталось только на этого, на рикошета и на Бо заполучить. На Джесси, да, нет. На Джесси я вытащил. Джесси может восстановить 800 очков здоровья. Потерянных ее турелей, вот как-то так. Не знаю, интересно, не интересно, надо будет побегать. И практически не бегаю, как видите, у меня сейчас и Бо понравился, и куча других героев. Поехали. Здесь, я не знаю, реально отхил тащит. Вот с ней спам, особенно на десятке, когда она восстанавливает себе и друзьям здоровье по 30 от каждой пульки. Это, конечно, прикольненько. Поехали, попробуем. Ну, в принципе, неплохой такой составчик. В чем суть? Надо убивать волны с роботами, потом больших боссов убивает. Так, вот один идет. Смотрите, вот у меня прям целый этот круг такой идет. Так, третья волна. Мы зарядимся. В общем, чем больше времени ты здесь простоишь, я так понял, тем неудобнее немножко мне с ног сыграть. Наша, конечно, повеселее. Так, надо мне побыстрее набрать. Нафиг сольемся. Вот видите, чем здесь пам хороша, она восстанавливает, кто попадает в зону действия. По 30 здоровья. Так. Прямо сюда. Плюс у нее обилка офигенная. Так, нашего одного слили. Да. Максимум, что я сегодня здесь набывал, это 5 минут. Ну, тут, я думаю, в рандоме не набью столько, но... В принципе, где-то приблизительно таким же составчиком. Только надо тут этот, Фрэнки. С Фрэнки было поинтересней. Надо будет вечером пооткрывать... Точнее, попроходить это надо мне. Все тикеты, чтобы на максимум зафармить. Считайте, надо. Надо 30к так сделать.
максимальных, либо же 600. Так, робот большой. Ну, гоу, гоу. Стоим. Там реально тащат здесь, не знаю, как танки, но вот там просто вытаскивает своим скиллом. Так, что там у нас уже? 3.30. 17-я волна пошла. И сколько хила дают. Обалденные, конечно, герои на многих локациях заходят. Так, ну 4 минуты рубеж у нас уже есть. Так, где-то должен скоро быть. Ай-яй-яй-яй. 4.20. Да, сейчас нас, наверное, завтра матч не успеем. Да. Ну, 4.27. То есть такое вот время, в принципе, довольно-таки неплохо. Вот 24 получается, плюс удвоитель 48. Если бы я поставил 20 тикетов, у меня получилось бы 960. То есть фактически 9-10 больших, ну точнее, обычных этих сундучков. Вот как-то так, то есть можно поставить побольше награду, но это надо в пати своем бегать. Вот такой вот режим, в принципе, довольно-таки интересен. Что у нас есть еще? Столкновение, двойная проблема. Так, что тут у нас? Столкновение арены в одиночку. Вот тут, честно говоря, немножко заходит Броубол и Каменный Форт. Поменялась у нас карта. Так, тикеты еще есть. Я думал, сегодня уже тут не героя, но новые разделы, я не знаю, там на каком уровне мне добавится новый раздел. Наверное, вот здесь новый рубеж. А может и нет. Хотя, в принципе, нет, это у нас будет просто за левела, наверное, за следующий мой этот. У меня сейчас сколько? У меня 3300, да, получается. И 300 у меня новое звание, скорее всего, так и откроют. Надо 3300 будет набрать сегодня и... Возможно, дадут в магазине, я, честно говоря, не знаю, по каким-то, как оно дается, но, скорее всего, либо за левела так дают. Так, кто у нас еще есть интересный новый? Ворона вчера прокачал. Реально кайфовый герой. Бегать можно, развлекаться. Ну, Леон, конечно, тоже поинтереснее будет, но этот, блин, своеобразный. И нормально так. Гачет. Блин, так неудобно. Видите, сливается он очень быстро. Сейчас буду бегать. Вот, вот так. Так, одного зафигачиваю. Ну, видите, то есть сливается. Ну, надо им играть нормального повышать, а так им играть, конечно, тоже прикольненько. Не успел.
без вариантов. Такс. Не люблю я на боксе играть. Как рукожоп. Вариантов еще у них на базе. Однозначно мы их уже не затащим. В общем, вечером буду развлекаться в гробовке. Так, минус 3 сделал, красавчик просто. Ну, жетоны можно отсюда забирать. Давайте там, не знаю, там у нас десяток откроем, сундучков посмотрим. Ну, мне только монетки будут падать уже, так как у меня все герои есть. Либо же попробуем выбить кактуса, байка. Это любой этот обычный шанс. Тикеты опять падают. Тикеты, это понятно. В общем, вот как-то так, ребят. Как видите, по чуть-чуть у меня растет уже кубки. Мне героем научился играть. Еще один. Ой. Еще один открыл не то. Так. Вот видите, жетонов 6500. Мне, кстати, жетонов может не хватить. Еще один неплохой боец Брок. Тоже очень понравился. Особенно у него на 10-й силе дополнительный урон идет от попадания. Видите. О, поджог идет. Блин, тут, конечно, опять же, мне неудобно. Вот как-то так, как видите. Вот опять захреначил их. Ну давай. Раздадут. Делаем так. Блин, это что, нашу завалили? Как-то так, ребят. Даже им можно даже играть, даже с Нокса удобно играть. Если там на автоатаке. Тоже такой довольно-таки неплохой герой. Даже звездного дали. Вот, поэтому... Да, у нас даже добавляется этот... Пишите комменты, что вы хотите увидеть еще. Я буду больше бегать теперь в одиночных, быстрее прокачиваться. Ну, в принципе, все для нас уже есть, только осталось выбить спайка и 3 звездных силы. И будем дальше трешевать. За неделю мы сделали максимум практически.
Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.